Привет! Чем занят? Разглядываю наш итальянский фотоальбом. Я хочу поговорить с тобой кое о чем. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя, и я буду любить тебя всегда. Я тоже люблю тебя. Ты мой особый человек. Угадай, что сегодня будет. У меня очень много любви. И из-за этого мы добавим еще одного человека в семью. Дэвид? Это Майкл. Ну не красавец ли? Ты был такой же милый в его возрасте. Я сделал что-то? Нет, нет, дорогой. Я люблю тебя так же, как раньше. Но я знаю, насколько это тяжело. Но как бы ты ни злился, тебе никогда нельзя бить Майкла. Потому что ты старший. Кто старший? Правильно. А теперь самое интересное. Вы будете жить в одной комнате. Как же весело вам будет. Обними Майкла. Ему очень нравится это делать. Давай. Чудесно. Ты издеваешься?